Всем привет, с вами Колябас. Сегодня я вам покажу парк Голда с помощью маунта, воющий на Чигар, который находится в Дейноре, в локации Хребет Ледяного Огня, по координатам 13.51. Данный маунт падает с 100% шансом с моба, но хорош. Данный фарм интересен тем, что занимает мало времени. Для фарма нам нужно будет просто поставить кинка и периодически заходить на него и убивать волка и лутать маунта. На все это уходит около 2 минут. Если посмотреть по ТСМ аддону, то у меня шанс продажи по региону равен 0.33, что очень даже неплохо. На моем сервере цена на него стартует от 500 до 5000 голда. К примеру, у меня есть 17 маунтов, потратил на их парни 3-4 минуты. Будем считать, средняя цена, что я продам, 1к голда за одного маунта, то есть 17к за всех. Получается, 1 час фарма выходит в среднем 30к плюс-минус. Лично у меня покупали и за 600 голдов, и за 4000 голдов, и за 5 голдов. Когда как. Также можно поставить одного твинка в режим войны, а второго без режима войны. Тогда заходите ими по очереди и увеличивайте свой профит. Всем удачного фарма. Подписываемся на мой канал, ставим палец вверх. До новых встреч.